кто-то из великих сказал: «Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». История нашего автоспорта забыта, но когда-то она создавала своих героев. Инженеров, механиков, пилотов. Гоночные болиды, достойные лучших автодромов, команды энтузиастов, болеющих за свое дело. Когда-то мы ставили рекорды на кольцах России и Прибалтики. Когда-то эти состязания собирали десятки тысяч человек. Когда-то это было частью нашей жизни. Мы вдыхали рев моторов, мы знали своих победителей. Мы помнили тех, кто отдал свою жизнь в гонках. Сегодня мы готовы возродить забытую историю. Автодром Санкт-Петербург начинает обновление. Вместе мы сможем поднять гоночную культуру Северо-Запада на новый уровень. Мы создадим историю, которая будет иметь будущее. Вступайте в группу Автодрома Санкт-Петербург ВКонтакте, подписывайтесь на официальный Инстаграм и Твиттер, следите за новостями на новом официальном сайте автодромспб.су.